Дорогие друзья, в нашем полку прибыла Ирина, моя ученица, ходит на уроки уже, наверное, на очные уроки уже, наверное, раз 50. Вот, и наконец-то сделала вот такую дипломную работу. И, на мой взгляд, очень удачную, достаточно сложную. Вот, и мы. И я вручаю теперь этот диплом, который авторский, моего института, художника Сахарова, авторский диплом. Вручаю с удовольствием и, конечно, желаю дальнейших творческих успехов. Ну, а я, в свою очередь, хочу выразить огромную благодарность за науку, за отношения, за обстановку. Необыкновенное ощущение от каждого занятия, огромное удовольствие получаешь от общения с тобой. Спасибо большое. Спасибо за все. Вот